Давайте свяжем этот интересный объемный узорчик. Его можно использовать для вязания юбочки в складку. Узор довольно простой. В рапорте 8 рядов. Наберите количество петель кратное 10 плюс еще 3 петли. А я буду продолжать вязание уже готового образца дальше. Представьте себе, что это был наборный ряд. И я сейчас покажу вязание с самого начала, с первого ряда. В первом ряду снимаем кромочную петлю, переносим ее направо. И после этого провязываем 4 изнаночные петли. Раз, два, три, четыре. Затем будем повторять 5 лицевых петель, 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных до конца ряда. Я покажу. Раз, два, три, четыре, пять. Вот 5 лицевых, дальше идет 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. И так повторяем. Я провязала. Работу переворачиваем. И далее второй, третий и четвертый ряды вяжем по узору. То есть смотрим, где у нас находится изнаночная петля. И там вяжем изнаночную петлю. Если мы видим, что на спице находится лицевая петля, то вяжем лицевую петлю. И так провязываем эти 3 ряда. Пока я вязала, мозг у меня выключился, потому что думать совсем не надо было. И вот, наконец, подошла очередь 5 ряда. Теперь включаем мозг и меняем узор. И если здесь будет ошибка в 5 ряду, то у нас узор не получится. Итак, кромочная петля снимается, переносится без провязывания. Дальше идет 2 лицевые петли. И теперь 5 изнаночных, потом 5 лицевых, потом снова 5 изнаночных и так далее. Я провязываю 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Потом 5 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше опять 5 изнаночных, 5 лицевых и так до самого конца. Я закончила вязание 5 ряда. Переворачиваю работу, выключаю мозг и следующие 3 ряда провязываю по узору. Как вижу, так и вяжу. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И в итоге получится вот такой, можно сказать, шахматный узорчик, который превращается в складочки, если вы следующий ряд провяжете по 2 петли вместе. Таким образом можно связать модную юбочку. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!